Здравствуйте, люди добрые! Здравствуйте! Там на задних партах хорошо меня слышно? Теоретического понятия рок-музыки не существует в природе. И вы опять будете очень громко смеяться. А скажите, тут учат рок-н-роллом всяким? У нас отсутствуют исследования музыкальной ритмики. И к рок-музыке эти исследования никакого отношения не имеют. Скажите, тут рок-н-роллом всяким учат? О связи между ритмом русской речи и русской музыки. В перерывах между расстрелами и прятаться там от реальной действительности. А рок-н-ролльного пения там нету, нигде не написано? Нигде не написано. Я вам спою забавную песенку на эту тему. Про грабли и умывание кровью. Здравствуйте, уважаемые любители рок-музыки. Продолжаю рассказ о своих теоретических похождениях. Но для тех, кто только присоединился к нам, напомню, о чем я говорил в первых двух частях своего блога, посвященного определению понятия рок-музыки. А говорил я о том, что теоретического понятия рок-музыки не существует в природе, ни на Западе, ни на Востоке, ни на Юге и ни на Севере. Что существуют только горы околомузыкальной макулатуры на эту тему и огромная куча музыкальных в кавычках критиков. Затем я рассказывал, как я разбирался в теоретическом понимании понятий стиля и жанра в музыке вообще и пришел к выводу, что рок-музыка относится к жанровому музыкальному стилю, то есть к стилю с наибольшей степенью обобщения. Затем я стал искать отличительные особенности стиля рок-музыки и пытался их найти в особенностях набора используемых музыкальных инструментов, в особой технике пения, в индивидуальной манере пения, но ни в первом, ни во втором и ни в третьем случае я не нашел какой-то исключительной особенности, отличающей рок-музыку от других вокально-инструментальных стилей. И тогда я подумал, может быть, отличительная особенность рок-музыки заключается в ритмических особенностях стиля. Вот как раз об анализе музыкальной ритмики я и буду сегодня говорить. Валащук СД пишет вам эссе, жизнь и рок-н-ролл. Валащук СД. Чтобы проверить гипотезу об исключительных ритмических особенностях рок-музыки, я решил проанализировать теоретическую литературу о музыкальной ритмике вообще. И вы опять будете очень громко смеяться. Исследований на эту тему еще меньше, чем о стилях и жанрах. Буквально несколько авторов занимались этими вопросами. Да и то, как вы уже понимаете, ритмикой только классической и народной музыки. Но тем не менее, хочу отметить докторов музыковедения, профессоров Московской консерватории, в первую очередь ныне здравствующую Холопову Валентину Николаевну и уже почивших Холопова Юрия Николаевича, Назайкинского Евгения Владимировича и Харлапа Мирона Григорьевича. А так как большинства из них уже нет среди нас, то вы наверняка догадываетесь, что свои исследования они проводили много-много, даже не лет, а десятилетий назад. И к рок-музыке эти исследования никакого отношения не имеют. И даже те их интереснейшие исследования, которые они проводили и которые были изданы еще в Советском Союзе, давно не переиздаются. И даже в книжном магазине Московской консерватории, где они работали, отсутствуют их труды. Пришлось опять искать по букинистическим магазинам и в частных коллекциях. Несколько книг нашел аж в других странах, бывших наших республиках. Мне повезло. Я даже нашел прекрасную книгу нашего русского композитора Георгия Львовича Катуара «Музыкальная форма», которая была издана уже после его смерти в 1937 году под редакцией его ученика Дмитрия Кабалевского и которая посвящена вопросам метрики и ритмики, где он затрагивает вопросы соотношения ритмических движений мотива с ритмикой других элементов музыкального построения. А также книгу Валентины Николаевны Холоповой «Русская музыкальная ритмика». Книгу Юрия Николаевича Холопова о принципах композиции старинной музыки, в
которой он рассказывает о рождении ритма вообще и затрагивает проблемы античной и русской ритмики. А также уже посмертно изданный сборник статей прекрасного ученого-музыковеда Должанского Александра Наумовича 1973 года выпуска, в которой он затрагивает вопрос о связи между ритмом русской речи и русской музыки. А также из интернета распечатал статьи Харлапа Мирона Григорьевича, печатных изданий которого не нашел, к сожалению. О ритмике же современных музыкальных стилей научно-теоретической литературы не существует вообще. По крайней мере, я не нашел. Но если не считать таковой брошюру музыковеда Ирины Орловой о ритме новых поколений 1988 года издания и посвященной молодежным музыкальным жанрам. В этой брошюре о ритмике и о музыке говорится не больше, чем в статьях всех наших многочисленных музыкальных в кавычках рок-критиков. Циникам, не верящим и сомневающимся в моих словах о том, что литературы на эту тему не существует, я приведу цитату из книги профессионального композитора-джазиста, профессора консерватории и музыкального руководителя советского джаз-рокового коллектива «Гунеш» Олега Кимовича Королева, которую он издал совсем недавно, в 2016 году. И один именной экземпляр этой книги под названием «Ритмика джаза» любезно подарил вашему покорному слуге. Вот дословно из книги. «У нас отсутствуют исследования музыкальной ритмики. Точка. Это нонсенс. Восклицательный знак. В 21 веке три восклицательных знака». То есть, мой анализ показал, музыкальную стилистику у нас не изучают, музыкальные жанры изучать тоже забросили, ритмику не изучают также. Тогда я подумал, может быть, в наших высших музыкальных учебных заведениях хотя бы в грубом виде изучают современную музыку без всяких там стилевых, жанровых и ритмических тонкостей. И чтобы это уточнить, а также для чистоты, всесторонности и, соответственно, объективности своего исследования, я решил послать нашего внештатного корреспондента Ивана Абрамовича Козырькова в Московскую консерваторию, чтобы он узнал, как там обстоят дела с изучением современной музыки и рок-н-ролла в частности. Ведь тоже вроде как уже классика. Скоро 100 лет, как во всем мире, играют и изучают, как выдающийся феномен мировой музыкальной культуры. Давайте вместе посмотрим, что ему там рассказали. Здравствуйте, люди добрые! Здравствуйте! Вот пришел узнать. Это консерватория московская? Да, 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 консерватория. А скажите, тут учат рок-н-роллом всяких? Рок-н-роллом? Нет, вряд ли. Там только классика. Вряд ли. Что, рок-н-роллом не учат? Нет. А рэпу? И рэпу нет. Не по адресу. А хип-хопу? Да вообще ничего, только классика. А хоп-си? Без разницы. Чисто ой, классика. Вот не туда пришли, что ли? Да. Скажите, тут рок-н-роллом всяким учат. Я бы гитару себе купил, хочу научиться рок-н-роллу. А почему гитара относится подождённую, не закрытую? Хочу научиться играть рок-н-роллу. Научат или нет? Ну, не знаю. Думаю, что нет. Девушка, здравствуйте. Можно у вас один вопросик задать? Вы тут учите? Да. Скажите, пожалуйста, я вот подарил гитару Волощук СД. Знаете такого знаменитого рок-музыканта? Не знаете? Вот подарил мне гитару, я хочу научиться рок-н-роллом. Скажите, тут научить рок-н-роллом? Нет. Здравствуйте, сударь. Здравствуйте. А вы тут работаете? Конечно. Преподавателем, небось? Небось. Да вы что? Вот я думал, кто нам расскажет? А вы что? Мне вот Волощук СД, знаете, такого гитариста знаменитого, подарил гитару. Я решил научиться рок-н-роллом. Вот пришел узнать, научить тут? Нет. Да вы что, вот что-то? Такую здесь... современную музыку не учите? Нет, здесь нет. Гитары, консерватории, классы гитары. Там что? Да, тем более. И что, ничего в рок-н-роллах не понимаете? Здесь нет, здесь классику играют. А рэп это классика уже или еще нет? Ну это классика эстрады. Хип-хоп там какой-нибудь, это разве не классика? Ну, для кого-то классика. Нет, здесь играют
великую музыку. Бах, Моцарт, Чайковский. А Битлз-то не великая музыка? Возможно, да. Но это эстрада. Это другой жанр. То есть ничему тут меня не научат. Надо идти куда-то в другое место. Конечно. Да. Ну что ж, спасибо. Да, ну не за что. Удачи. Можно я пожму вашу мужественную руку за огородную? Слушайте, а тут рок-н-роллом научат. А то вот мне гитару подарил, лучше когда говорит, иди учись. Тут я научат рок-н-роллом? Может, и нет. А рэпом? Зачем этому учиться? Да вы что, такая музыка серьезная. Ну, здесь нет, здесь нет. То есть тут серьезной музыки не учат? Ну, только вот всякая классика, видать. Тут вот стало все там вот вся. Всякая классика. Все, что померло уже давно. Тому учат, да? А новому ничему. Жалею. Нет, вы можете сами. Хотите. А как сам? Ну, да. Профессора должны быть какие-то. Слух у вас есть, после того? Зачем мне слух? У меня гитара есть. Ну, а что, слух надо? Чтобы рок-н-ролл играть, надо слух или? Сложно. А рэп тоже слух нужен? Ну, какая-то одаренность музыкальная. Все равно должна быть. Обязательно. От невдача. А мне папка говорил, что у тебя слуха нет, говорит, здесь. А я так хочу играть, я прям не могу удержаться. Ну, сыграйте. Прям гитару, так я же прошел учиться. Вы ничего не знаете? Так еще ничего не знаю, потом же учат. Здесь не учат. От невдача. Ладно, желаю вам успехов в вашей учебе. Хоть вы чему-нибудь научитесь. Все. То будете других развлекать людей. Обязательно. Говорите. Ну, короче. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, а вы тут учитесь или работаете? Работаю. Преподаватель МИПОС. В отделе информации. Ух ты! Так вы там владеете всей информацией. Скажите, вот я мне вот подарил Волочук СД гитару, знаете, такого музыканта великого? Так. И говорит, иди учись. Так. А думаю, куда учиться? Ты же в консерваторию идти надо. У нас нету. Да вы что, не научат? Не понимаете? Гнесинку. Вам Гнесинку. А тут ничего не понимают в рок-музыке. А говорят же, самое лучшее заведение музыкальное. Слишком академическое, слишком консервативное. Шибко умные собрались, да? Одна интеллигенция, что ли? Спасибо вам. Прошу узнать, научат меня тут рок-н-ролла всякими? Нет. Да вы что так, все плохо? Гнесинки. Гнесинки учат? Точно. Туда ехать надо? Да. Ну хорошо, спасибо, мил человек. Случайно не студент? Случайно нет. Преподаватель не будет? Да. О! Скажите, вот мне вот гитару подарил один мужик. Да. Его зовут Волощук СД. Не слышали такого? Слышал. Музыканта. Слышал. Вот он подарил, говорит, иди учись. Я поехал в консерваторию, а там, говорят, мы ничего не учим. Я хотел рок-н-роллу научиться. Давайте научим. Скажите, а тут учат рок-н-роллом? Не знаю, по рок-н-роллу, я думаю, научим. А рэпом? Рэпом и хип-хопом? Да нет, телевизор учат. Телевизор учат? В телевизоре учат рэпу, ну, да. А тут не учат? Да, здесь не надо. То есть преподаватели ничего не знают про современную музыку? Я думаю, нет. От невдачи. В консерватории ничего не знают, и тут ничего не знаешь, получается. Поступать пришли, небось? Поступать пришли. Уже поступили? Списки уже есть. Вот. Так. И на кого учиться будете там? На эстрадно-джазовое. А вы что? А скажите, вот я приехал узнать, тут на рок-н-роллы учат всякие? Я вот это не знаю. На рэпы, на хип-хопы? Да, наверное, учат. Учат? Да. А вы не хотите поучиться? На хип-хопы не похожи вы. Почему, Лёнь, у меня гитара как красивая. Ты чего? Ну, я вижу, но... Тут только вот хочу научиться. Мне гитару подарили. Говорят, иди и учись. Я пошел в консерваторию, то никто ничего не знает. Что, не принимает? Не знает никто ничего. Говорю, вам надо идти в академию, идти надо. Я говорю, рок-н-роллы знаете, они не знают. А рэпы? Не знаю. А что знаете? Они говорят, а мы только одно старье изучаем, вот эту там классику всякую. Что уже давно помер, нет, уже вот, замариновали его, вот, там, они все. Эстрадное джазовое пение у них есть. А, пение эстрадное джазовое. А рок-н-ролльного пения там нету, нигде не написано? Нигде не написано. Невдача. Пойдем искать дальше. Надо организовать. Надо научиться и прийти организовать. Да, 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 да. Точно. Хорош ты человек, подсказал прям мне, что делать. Давай. Теперь я знаю. Давай. Учиться не буду, пойду учиться. Сразу учиться, да. Ты намного лучше. Да. Под впечатлением от этого репортажа я сегодня про теории говорить больше не буду, а хочу воспользоваться возможностями интернета и обратиться к нашим профессиональным музыкальным теоретикам, которые свысока смотрят на современную музыку, а также к властям,
которые не выделяют средства на изучение современной музыки и даже задач таких перед музыкальными теоретиками не ставят. Услышат ли они меня или сделают вид, что не услышали, это уже второй вопрос, но я все же обращусь. Уважаемые доктора музыковедения, доценты с кандидатами, а также глубоко неуважаемые высокие, но недалекие начальники. Я, как человек, тоже имеющий некое отношение к науке, нескромно осмелюсь напомнить вам, что такое наука и для чего ею занимаются. Потому что, судя по тому, чем занимаетесь вы, думаю, сие вам либо неведомо, либо вы просто забыли, что это такое в государевых трудах и заботах. Наука – это область человеческой деятельности, направленная на выработку и систематизацию объективных знаний об окружающей нас действительности. Там на задних партах хорошо меня слышно? Об окружающей нас действительности. Основой этой деятельности является беспрерывная фиксация новых явлений и фактов, их сбор, систематизация, критический анализ и на этой основе синтез, опять-таки, новых, слышно-то меня хорошо, новых знаний, которые не только описывают наблюдаемое природное или общественное явление, но и позволяют строить причинно-следственные связи с конечной целью – прогнозирование. Слышно нормально там сзади? Прогнозирование. И все это делается для того, чтобы быть полезным обществу, а не вариться в собственном соку, в своих консерваториях и прятаться там от реальной действительности за Бахом и Чайковским. И ждать, когда придет какой-нибудь новый Владимир Ильич Ленин, который очень любил слушать третью часть «Апассионаты» Людвига ван Бетховена в перерывах между расстрелами высокодуховной и творческой дворянской интеллигенции. Или какой-нибудь новый Мао Цзэдун со своей культурной революцией и хунвэйбинами с тяпками в руках, которыми очень удобно проламывать головы всяким профессорам под новые ритмы и звуки зарубежной эстрады, исследовать которое вы считаете ниже своего достоинства. Так вот, когда реальная и суровая действительность в лице таких ребят придет к вам в гости, вы ни за Моцартом, ни за Шнитке не спрячетесь, не помогут. Их музыкальные партитуры с тяпками и револьверами не справятся. Это я вам говорю со знанием дела, как бывший морской артиллерист главного калибра. Это там, где снаряды по 152 мм в диаметре, 6-дюймовые. Те справляются, а нотные партитуры точно не справятся. У вас же там в диссертациях есть обязательный раздел «Научная новизна». Так вот и пишите там именно о новизне, об окружающей нас с вами музыкальной действительности и новизне. А вы, интересно, о чем там пишете? В то время, когда начинающие ленины кодлы свои собирают на всяких майданах, извините, что повторюсь, под новые звуки и ритмы зарубежной эстрады. О том, как гениально какой-нибудь Ференц Лист переставил ноту ля аж за саму ноту ре, да еще и поставил перед ней знак диеза. О, а вы первым это заметили. Никто много лет не замечал, а вы увидели. Про эту новизну вы там пишете? Думаю, если это и имеет отношение к науке, то скорее к исторической. Поэтому всем вам домашнее задание – заняться изучением реальной музыкальной действительности с целью прогнозирования перспектив, чтобы потом поздно не было. И еще в домашнее задание обязательно изучите этимологию двух знаменитых ленинских фраз «профессиональный кретин» и «полезный идиот». В этом, я надеюсь, вы разберетесь без меня. А напоследок я вам спою забавную песенку на эту тему про грабли и умывание кровью, как обычно исполненную группой Волощука СД в традиционном классическом рок-стиле, в котором я смог разобраться без вашей помощи. И эта моя песня будет наполнена современными звуками и ритмами, которые вы так презираете. На следующем же уроке я буду анализировать ритмику современной музыки. Так что смотрите, не опаздывайте. Поэтому лучше подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить момент, когда я буду определять понятие рок-музыки.
Ведь это может подсказать многим из вас темы докторских диссертаций о ритмике различных современных музыкальных стилей. До свидания, друзья! Мы минуты счастья, то, что нам приятно, в памяти храним. Думаем, что лучше помнить только лучшее, боли и невзгоды помнить не хотим. Будет длиться бесконечность наша глупая беспечность, если пудлые моменты помнить не хотим. Так и будем удивляться, снова с подлостью встречаться, снова кровью умываться, добавлять седин. Быстро забываем, как нас предавали, в спину нам стреляли, запрещали взлет. Только жизнь пинает, все припоминает, а тем, кто забывает, грабли выдает. Будет длиться бесконечность наша глупая беспечность, если подлые моменты помнить не хотим. Так и будем удивляться, снова с подлостью встречаться, снова кровью умываться, добавлять седин. Добавлять